Всем привет, с вами Андрей Шереметьев, канал Рэй ТВ. У нас сегодня продолжение той демки, да, которая была. В общем, игра вот здесь название, а у нее такое оно сложное, прям вот, ну вообще. В общем, я тут прошел, да, чуть-чуть поиграл, да, там как бы приучился, и вот вам хочу показать, в принципе, что это такое, что это за игра и как она. Играем мы на iPhone 6s. Плюс, вот он, подключен у нас к Маку, все дела. Ну что, давайте посмотрим, поехали. Да. В общем, я тут купил всякие там пули, да, стреляет. Он прошел уже два уровня, в принципе-то. Ну, смотрите, он стреляет по этим, сейчас увидите. Ба-ба-ба-ба-ба. Ну, вообще прям четко, да. То есть тут осталось пройти и дойти, действительно, вон, если видите вверху карту, да? Осталось реально чуть-чуть пройти и до новой карты. Ну а так вообще полная версия, просто улет. Просто улетная. Мне очень она понравилась, очень. То есть, если хочешь оторваться на ком-то, да, скачай или купи себе эту игру и реально оторвись. Также у меня есть еще здесь кое-какое приспособление, которое взлетает нахрен по полной программе. Вау, и закончился у нас, ребят, бензин. Действительно закончился бензин. Ну и чё ты падаешь куда-нибудь? Чё вообще, да? Чуть-чуть не осталось. Так, идем в гараж. Но у нас есть 1896 баксов. То есть мы купим двигатель себе. Купим сейчас себе коробку. Купим себе колеса. Оружие я купил все. Купим ускоритель еще чуть-чуть. Развеску купим последнюю. Броня тоже у нас последняя. А, ну бензину давайте понакупаем. Все, больше нет бабла. Вот. Поехали, что? Ну-ка, как сейчас это точило работает? Не работает она сейчас. Немного. Не знаю. Что-то развесовка вообще тупо работает. Ну не знаю, не знаю. Вау, ускорение. Вау! То есть вообще, ну реально, блядь, графика классная, хоть она и старая, это игра, сколько, наверное, года 2 или года 3. Ну вообще, ну убойная просто. Ну такого я еще не вытворял, если честно. Вау! Жалко, что, блин, оружие не стреляет, блин. Ну то есть, по-многу. А что, скорее всего, закончился? Ну давай, 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 давай. Хотя бы доехать до точки. Ну, короче, точила вся разбитая. Оружие больше не стреляет, ничего не стреляет. Я здесь уже не, я еще здесь не был. Ну сколько ли хоть бензин? Ну давай, давай. Вообще четко. И все, что ли? Ну ёкарный ты бабай, а. 676. Давайте купим. Эх, чуть-чуть не хватило, ну ладно. День 37. А я прошел 30 дней, но ночью играл. Короче, я разнос по полной, парни. Реально по полной разнос. А, ну! Ну! Все, что и все, весь ускоритель кончился. Ну. Ай, мой горбал. Бензин у нас еще нормально.
Там дальше столько куча машин вообще, сейчас покажу. Какие точилы есть. В общем, будем эту мы игру с вами проходить. То есть на канале. Будем. Без вас играть не буду. То есть записывать буду каждый раз, когда буду играть. Ну все. Закончился бензин. Смотрите, вот тачка. Вот точила, да, вообще классно. Вот точила, полиция. Ламборгини старый или Феррари. Это что у нас? Range Rover Evoque. Это Freelander. Это Volkswagen. Транспортер. Это пожарка, да, выдача, которую тестировал. Ну, а такой машины еще я не видел, чтобы кто-то тестировал. Так что вот как-то так. Так, все, мне так, бензик надо еще купить. Колесо куплю. 330, нет, не хватит. Ну, поехали, ладно. Мара-мара. На самом деле, главное вовремя включить ускоритель и реально вот пролететь. А мне кажется, что вот это вот дальше главное. Вот так. Ничего, можно поиграть. Тупо позалипать, если весь интернет прошарил. Это ВКонтакте никто не отвечает. Это да. Я не про себя говорю. Это про вас говорю. На iPhone 4 она пойдет, пятом. На шестом вообще круто. Да и на всех айфонах пойдет. Не знаю, на пятом вообще играла, на 5S играла, сегодня круто. Взлетаем! И еще раз взлетаем. Но... Вау, я по воздуху лечу. А вот здесь вот полный зависон. Реально полный. У меня даже ничего не осталось в машине. У меня весь кузов просто нахрен убился. Просто убился весь кузов. Вещики там оставляли тут. Ой, как красиво-то. Бензин вроде еще есть. Должен доплыть до своей точки. Должен. Думаю, сейчас, если мы еще пару раз поиграем, да, и купим бензика, то я думаю, что мы дойдем до конца. Действительно. Пара. Да, думаю, мы доедем. Реально, полетим мы по воздуху. На этот раз. Три на всем мячик забыла. Шарик, то есть. Давай стреляй в этих монстров. Блин, вообще. Получи. Ну, блин, вообще круто. Круто. Ну, не тратьте мой бензин. Битва экстрасенсов идет. А, все, ускоритель кончился. Ёпта, все, пол этого улетело. Давай, давай, лети. Ну куда ты врезался-то, а? Давай, ускоритель нет. Труба зовет. Пушка осталась, а корпуса нету. Жесть, просто. Бензин почти на нуле, но должен, думаю, что я должен успеть. Давай, давай. Отлично, я знаю, что отлично, поехали. Ну, давай, лети. Лети до заправки, осталось-то всего лишь-то чуть-чуть. Не надо меня тормозить. Бензин закончился. Думаю, что в последний раз мы должны пройти это. Должны. Купим сейчас последний бензин. С
сколько она стоит? 190, блин, не хватает. Думаю, еще раза два сейчас. Ну сейчас, давайте. Терпение, ребят, терпение. Полетели, полетели, полетели. Катрина! Не понимаю, что папа занят. Иди. Ты тоже хочешь играть со мной, да? Да, хочешь? Давайте мне скажите, расставим что там. На горку. Машинку никак не достанешь. Как думаете, дойдем, не дойдем до финала? Думаю, что мы не дойдем. Оторвала машинку. Зачем ты шкодничаешь, шкодник? О май гад, мне все больше и больше начинает эта игра нравиться. Просто не оторвать руки и глаза от нее. Наверное, разработчики получили столько бабла с этой игры. Это что за монстр там со мной едет? Давай. Осталось-то чуть-чуть. Всего лишь-то чуть-чуть. Ну чуть-чуть же. Наверное, вентилятор надо докупить. И все. Ну и шину. Все. Все, ребят, должны пройти. Да реально, должны пройти. По-любому должны. Сто пудов. А потом будет уже вторая часть. Это мы назовем первой частью. Потом будет вторая. Будем проходить карту. Прям тройка, ну ложил прям. Ту-ту-ту-ту, бля. Давай. Куда, куда, давай. Поехали. Красавчик, давай, отлично, я понимаю, отлично будет тогда, когда я доеду до заправки. Вот это будет вообще просто отлично. Давай, чуть-чуть же осталось, бензин вроде должно хватить. Ну блин, ну что такое-то, а? Ну все, сейчас у нас полностью все, мы должны реально по-любому должны проехать. По-любому, ребята. Как там Сашка говорит? Слышь, Вер? Как бородач, как там говорит? Ребята, ну мы должны, да? Или что? Главное не стормозить и не ступить, и никуда не провалиться. Это самое главное. Это главное, ребята.
боже мой, сколько всего. Он должно хватить бензина по-любому. Действительно. Вообще разгром полный, эффекты крутые. Давай, у меня еще вроде есть ускорение. Давай, не тормози, не тормози. Вот, давай, давай, давай. Чуть-чуть осталось. Я на заправке, есть, мы это сделали, Вася. И у нас новая тачка. И новая карта, наверное, будет или нет. Не знаю. Сейчас посмотрим. Вау! Ну а следующее видео переходите там по ссылке дальше. Посмотрите, если вам, конечно, интересно. А так я с вами прощаюсь. До следующего видео. Подписывайтесь в Инстаграм, группа, Контакт, Перископ. Да и Катюшкин канал, если хотите, конечно, на него посмотреть. Всем удачи, всем пока. Слушай, ну ты что дальше нажимаешь? Там дальше продолжение и новые видео. Давай смотри, жми, жми. Увидимся.